Новости на телеканале «Западная Армения». Здравствуйте. Краткий обзор новостей на сегодня. Радиотелескоп «Парис-Геруни» – единственный в своем роде в мире, который нуждается в серьезной защите, Аревик Сарксян. Западная Армения выражает соболезнования депутату Бениамину Ванесяну. В древнем городе Дара в Западной Армении начнутся строительные работы. Баку строит дорогу возле Джермука на оккупированной территории Республики Армения. Арман Татуян. Армянский Баку. История, факты, люди. Гробницы, находящиеся на территории церкви святых апостолов города Хатая в Западной Армении, обнаружен скелет. Сила памяти. В Степанакерте прошла выставка фотографий оккупированных населенных пунктов Арцаха. На второй день конференции «Вызовы Западной Армении», проводимой по инициативе Национального собрания Западной Армении, руководитель проекта космического центра «Геруни», радиофизик профессор Аревик Сарксян, представила уникальность радиотелескопа, что обусловлено рядом стандартов. Параметры радиотелескопа в несколько раз выше, чем у других аналогичных радиотелескопов. И это связано с его конструкционной особенностью. «Геруни» первым решил присоединить к радиотелескопу оптическое оборудование и сделать из него радиооптический телескоп. Завершая свое выступление, профессор Аревик Сарксян представил работу коллектива Национального космического центра «Геруни», который сотрудничает с разными странами мира и обеспечивает быстрый прогресс в этой области науки. Президент Западной Армении, правительство и национальное собрание с глубокой скорбью сообщают, что после продолжительной болезни скончалась жена уважаемой нами коллеги, сына Западной Армении Бениамина Ованесяна Армине Ованесян. Выражаем соболезнования и поддержку семье Ованесян. Память о Армине останется навсегда в сердцах членов ее семьи и знакомых. Покойся с миром, дорогая Армине. Информационная служба правительства Западной Армении. Муниципалитет Мардина утвердил проект реконструкции, в рамках которого будут проведены бетонные работы в историческом городе Дара. Согласно плану, вокруг исторического города будут построены отели и частные дома. Непосредственно от города Джермук в Айдзоре на оккупированной территории Республики Армения Азербайджаном ведутся незаконные строительные и укрепительные работы, заявил глава фонда Татуян, бывший омбудсмен Республики Армения. Об этом Татуян заявил во время пресс-конференции. Действия азербайджанцев показывают, что они не собираются покидать Армению. Они строят военные дороги, позиции, бункеры и прочее. По нашим данным, ширина построенной дороги составляет 10-12 метров, сообщил Татуян. По утверждению главы фонда, проблемы, возникшие после недавно агрессии Азербайджана, касается не только защиты прав человека, но и национальной безопасности, так как под мишенью находятся не только села, но и ГЭС-Татев, ГЭС-Джермук, Капанское хранилище переработанных остатков и стратегически важные объекты. Баку – бывший армянский город, который раньше назывался Бакуракерт. 80 лет назад только каждый пятый житель Баку был азербайджанцем. До середины 20 века христиане составляли большинство населения Баку. Мало кто знает, что нынешняя столица Азербайджана никогда не была азербайджанским городом. Город назван в честь армянского царя Бакура, правивший Великим Айком в 160-164 годах. По мнению ряда зарубежных ученых, Бакуракерт, расположенный в районе Маранди, исторической провинции Васпаракан в Армении, к северо-востоку от озера Урмия. Бакуракерт был построен великим армянским царем Тардатом I в честь своего брата Бакура I. После поражения в войне с персами в 161 году армянский царь Сохмос бежал в Рим, где стал сенатором. На армянском престоле сидел Бакур I, которого короновал царь Великой Армении Партев Вологес III. Полную версию статьи читайте на нашем сайте. 15 лет назад при раскопах одной из крупных гробниц на территории церкви Суб-Аракелот города Хатай Западной Армении был обнаружен скелет 18-летней молодой девушки и был отправлен в музей Хатая для детального изучения. Из 20 могил, обнаруженных в ходе раскопок, раскопали только 3. 9 ноября в здании Степанакерского государственного драматического театра имени Ваграма Папазяна состоялась персональная выставка фотографа Севака Асряна «Сила памяти». На выставке были представлены 44 фотографии, на которых изображены арцахские населенные пункты, пейзажи и церкви, оккупированные врагом во время 44-дневной войны. Большинство фотографий были сделаны в период с 2016 по 2019, а некоторые – летом 2020 года. Каждый снимок для меня – это большая боль, память, глядя на которых я понимаю, что мы потеряли и чего не ценили в то время, – сказал фотограф. Также будет подготовлен фотоальбом, все средства от продажи которого будут направлены на проект по решению проблем водоснабжения села Хагортим Мартунинского района, – добавил Асрян. И в заключении новостей послушаем музыкальное произведение.
Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!